И снова всем доброго времени суток. По пути в Ташкент мы заехали в мечеть, которая на воде находится. Очень интересное место. Я здесь как-то бывала уже. Вот опять заехала. Сама красавица мечеть. Красота. Красота. Наверное. Водичка. Ромчик катается. Детичек катает. Красота. Сосны. Сосны как красивые такие. Сосенки здесь красивые, еще розочки красивые, маленькие такие, хорошенькие. Лебедь звуки издает какие-то. Вон там черный, наверное, плохо видно. Сейчас поближе подойдем. Здесь тоже можно посидеть, покушать. Типа как ресторанчик. Паромчики. Но один катается. Надо покататься. А мы пока пойдем, блин, солнце светит, как раз в мечеть сходим. Ну вот мы зашли в это прекрасное место. Полы прям мягкие-мягкие. Босиком. Босиком. Тоже красота. Красота прям. Спасибо.
Красиво, конечно, все сделали. Посмотрим в окошко. Где там водичка у нас проходит. Ну вот. Думаю, можно пока заканчивать. Все прекрасно видите, какая здесь красота и чувство какое-то завораживающее. Атмосфера прям такая светлая, хорошая, добрая. В общем, все отлично. Я рада, что здесь побывала. Всем спасибо, кто посмотрел. Ну вот паромчики. И сейчас мы решили покататься на одном из них. А вон лебеди, блин. Ой-ой, ну-ка, ну-ка. Приблизим. Ой, красота. И черные, и белые. Ой-ой-ой. Красиво. Красавцы. Ой, лебедь. Близко как подплыл. Ай, не успел. Не успел. Так красиво он сейчас сделал. Ай, 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 красавец. Ну что, поехали. Bye.
Mm-hmm.